Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёрдс, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется... А, если бы я знал, как она называется, короче, A Tale of, по-моему, Paper, могу ошибаться. А, меня также спрашивают, Владос, Владос, говорят, ты что, перегорел, тебе что, надоело демоверсии записывать? Да, господа, на момент того, пока вот эта неделя фестиваля была, я просто с ума сошел, пересмотрел огромное количество игр, по 6 часов в день записывал, демоверсии различные перегорел, пару деньков отдохнул, и теперь с новыми силами, с новыми желаниями я готов возвращаться. Вроде как это нечто похожее на Little Nightmares, могу ошибаться. Давайте попробуем. Игра полностью на английском. Другого не дано. Вот, если что, ссылка на игру будет в описании, мало ли кому-то лень название вписывать. Эту игру, если интересно, посоветовал Гаватари, и она, по-моему, еще не вышла. Демоверсия бесплатная, доступна в Steam для каждого желающего. Я сразу хочу сказать, что, скорее всего, я такое не люблю, но для общего развития нам пригодится. Визуально все выполнено очень красиво и с большой любовью. Врать не буду. Вот наш малютка, я могу вертеть правым стиком камеру, левым стиком я могу перемещаться, очевидно. Очень медленное вступление, очень... Очень резвый персонаж, хорошо откликается на все действия. Так, животное, нехер меня тут провод грызть. Грызет мне провод от наушников. Теперь мою ногу грызет. РП, поехали. А, нифига, здесь, короче, перспективы есть, а я совсем глупый, оказывается. Очевидно, это открыть. Ожидаемо. Так, РП, значит, кнопка взаимодействия. Хорошо, понял, плюс принял. Вопросов больше не имею. Слушайте, очень красиво выглядит. 18 из 10 на ЛБ спринтить. Очень странное решение, как по мне. Но кто я такой? Я же не какой-нибудь величайший разработчик. Я просто Владос, который любит смотреть всякие демо-версии. Почему бы и нет, когда да? Там что-то горит, очевидно, мне туда надо. И очевидно, мне придется сделать легендарную в своем роде паркур-секцию. Опа, опа, сейчас малютка разбегается сюда. А малютка дальше не может. Слушай, а сверху тоже что-то есть. Тут замочек. Я застрял, Владос застрял. Помогите Владосу найти выход из ситуации. Так. Ага, ну очевидно, очевидно. Нужно найти замок. О нет, неужели это загадка? Там нихера не вижу. Лягушка какая-то, и чего? Так, они загорят. И что я могу сделать с этим? Попробовал все соски нажать, ничего не произошло. Хорошо, я подхожу, они загораются. Господи, вы не представляете, насколько это пока что не очевидно для меня. Ну вот еще сюда можно войти, по всей видимости. Давайте сходим, я не знаю, как себя камера поведет в такой ситуации. Камера себя поведет... Хотелось бы иметь возможность смотреть с другой стороны. Ну кто я такой, чтобы мне что-то хотелось, правильно? Скажите вы. Где я? Ой-ой-ой, робот-пылесосун. Люблю, знаете ли, когда сосут пыль, чтобы чисто было в квартире. Так. Ой-ой-ой, такой опасный малютка. Ой-ой, он, наверное, чувствует, что я мусор. Но я без воровских понятий, если что. Карусель, карусель, кто успел, тот и сель, папара-пара. Что там, что-то написано? Болтики написано, как выкручивать, но я же видел. Я же знаю, как их выкручивать. Ну я просто родился и знал, как болтики выкручивать, не поверите. Ну это очевидно. А, все, я в ловушке. Етик меня за ногу. РБ, ну. Господа, ну вот. Блин, буду, может... Комбинацию клавиш нажать. Ничего не делается. Я просто отвечаю. Ну, РБ. Right button, да, вот она подписана даже на джойстик. У меня R, мать его, B. Может, я дебил? Но оно не работает. Здесь меня специально игра учит. А может, я на клаву переключусь на секундочку? F. Я F жму просто... Давайте даже раскладку поменяю. Господа, ну я просто отвечаю, ничего не происходит. Я пойду, конечно, посмотрю на ютубе, как это проходится, но пока что выглядит как недоработанное говнище. Ну хорошо, если верить мужчине с ютуба, он подошел. Надо было зажать кнопку, господи, надо изучить это, оказывается. Вот это, конечно, я не знаю, господа, либо я дебил, либо игра настолько неинтуитивно все делает. Но теперь-то я понимаю, теперь я могу высасывать эти болтики. Хова, не догонишь, петушила, надо на сюда. Тебе сюда не пройти.
Просто усиками волшебными все делает. Его силой мысли. Двигаю. Так, теперь буква Х. Теперь-то я уже знаю, как это работает. Просто первое, без нажимания все делалось. Я могу теперь превращаться во фрога. Crazy фрога, you know? А что я могу делать? Я могу только прыжочками. Их забавно. А передвигаться есть возможность только прыжочками. Не знаю, зачем мне это пригодится, но, наверное, пригодится. Пойдемте дальше. Возможно, это будет интересно. Ой-ой-ой. Минус малютка. Слушайте, ну очень красивый график. Без шутеек, очень красивая. Так, ну мы теперь пришли с этой стороны. Для того, наверное, чтобы лягушкой просто с места запрыгнуть очень высоко. Мы вернулись оттуда, откуда начали. Хорошо. Вот здесь, видите? ЛБ, ничего нельзя изучить. Вот я поэтому и не думал, что зажимать надо. Короче, недоделанное говнище, это я. Так и запишем. Так, ключик. Ну, хоть ключик подобрался, и то спасибо. А, я теперь с ключом буду шастать и идти, это жестко. Он же прыгать не умеет. Ну, такой, биби-джемпик. Не очень приятно. Возможно, я ничего не смогу с этим дальше сделать. Но сейчас попробуем разобраться. Хотя здесь вроде бы визуально все очень хорошо сделано. То есть маленькое, побольше, еще, еще. И вот так вот. О, вошло. Люблю, когда входит ключ в замочную скважину. Хорошо. Так, но сюда мы пока что не пойдем, потому что здесь еще есть один проход, который было бы очень интересно поглядеть. Опа-ля, какие глазища. И что, это какая-то отсылочка? Ну, очевидно, да, ладно, пойдем отсюда. Уи, забавное существо. На персонажа ему из мультика 9 немножко похоже. Я сверху вижу, там фигурка есть. И очевидно, я смогу ее взять даже, вы знаете. Я, знаете ли, жаба со стажем. Опа, я знаю, жаба, которая умеет в перспективу. Это я. Есть ли урон от падения? К счастью, для меня нет. И это приятно. Чё, все, демка кончилась? Чё, экран выключили? А, меня куда-то перенесли. В новую локацию. Хорошо. Чё это? Здесь на лягушке написано, типа, что вы подсказка для совсем дураков. Это-то понятно. Опа, очко. Трехочковая ситуация. Так. Блин, да чего красивые вот эти вот, ну, места, серьезно. Иу, какая-то чача здесь плохо прыгает. Опа, я залип. Это, походу, смерть. Нашего героя, персонажа, очень долгие загрузки. Хотелось бы гораздо быстрее. Здесь, очевидно, я и так смогу. Просто надо сделать паркур. Я тупо астронавт. Перемещаюсь по планетам. И это ли не восхитительно? Упал нечаянно. Прыжочки. Я пройду. Вы думаете, я не пройду? Нет, я не пройду. Окей. Было... сделано мной неверное решение идти по внешней части орбиты, когда нужно было двигаться по внутренней, тогда все было бы alright. Посмотри, это сделал. Ой, тут еще раскачать их можно. Раскачаем клуб сегодня вместе с нами. Пусть все знают, как мы отдыхаем, скажите. Горячо. Почти. Вот это, короче, я понял. На Сатурне нужно покачаться. Если мы это сделаем, мы будем чемпионами, красавчиками, боссами качалки. Поверьте мне. Серьезно. Опа. А почему она двигается? Почему? Все, не-не-не, живи, пожалуйста, живи, малютка. Малютка не отдался этой чаче ни в этот раз. Не сегодня, говорит малютка. Опа. Да что ж такое? Это какой-то обман, чтобы набрать классы. Почему игра не обновилась? Типа локация, ситуация, что я не здесь. Ладно, не суть. Не суть, как говорится. Погнали. Вот, Сатурн берется, раскачиваться начинает. Это сложно на самом деле. Вам может показаться, что это легко, но это не легко, мать его. Слушайте, господа, вы можете рофлить надо мной? Можете не рофлить, но я не могу это просто пройти. То есть мне категорически не хватает прыгучести в этих маленьких ножках. Они вроде бы хороши, вроде бы эффективны, но на самом деле нифига они не эффективны, потому что они не делают то, что я от них прошу. А это очень большой минус для меня, как человека. Опа! Прыжочек чемпиона, это для меня. Да выпрыгнешь, не ссы. Почему стало раскачиваться? Раньше было лучше. Так, на скорости. Кия. Нет, животное, ты сюда не пойдешь. Ладос пишет. Да твою-то мать, ну что ж за калич, а? У меня жопа горит, господа, серьезно. Казалось бы, максимально простая платформинг-секция. Но я просто не могу ее преодолеть. Давайте, может быть, успокоимся. Давайте, может быть, попробуем собраться с силами. Быть может, нам это поможет.
Опа. Идеально. Так, не ошибаемся. Ошибки нам не нужны. Хорошо, так, сюда. Может лягушку выбрать, чтобы сделать бэби-джампик? Опа, вот такой джампик, отлично. И еще один джампик. Ну вот и все, что требовалось. А ты тут ныл, что не можешь пройти. Тоже мне мастер-ломастер. Возможно, вы будете слышать соседауны, я надеюсь, нет. Я теперь могу еще и сюда выйти. Здесь, очевидно, я пройду. Слушайте, это очень интересно, это миленькое приключение. О, нет, роботосос. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Не, что, останься мусором. Что это такое? На какую кнопку изучать-то? Я шар. Я мусор. Ну, здорово. Почему-то двигаться перестал мой персонаж. Слушай, это прикольно. Я не могу объяснить, почему, но мне это нравится. Оп, так, это не получилось. Еще разочек. Хоба. Да что ж такое? Это гораздо сложнее, чем вам кажется на первый взгляд. Могу... Нет, не могу превратиться прямо здесь. Я, кстати, не верю, что мне именно в эту сторону. А я могу управлять собой? Не, не могу. А, я выкатился обратно. И зачем я тогда туда пошел? Непонятно. Может быть, просто для того, чтобы найти трансформейшн новый? Ой, да ты троллишь, что ли, дрянь? Опять эту дерьмовую секцию мне запихать хочешь? Я тебя найду и уничтожу. Ладно, у кого-то пол протекает сверху. Нет, нет, ну что за говно? Ну это было так просто, так сложно. Сука, это максимальное кощунство два раза эту обоссанную секцию игроку предлагать. Просто максимально, честно. Зачем? Ради чего? Почему? Неужели нельзя было обойтись как-нибудь без этого? Сейчас как разбегусь со всей силы. Ну, сюда максимум скорости выбрал. На максимальной скорости. Ты твою мать. Ну, тут обосрался. Я не знаю, почему я обосрался. Перспектива явно не моя. Хотел сказать, на максимальной скорости. Нет у меня покорности, но покорность есть. А, я вспомнил, на что это похоже. Это похоже на Unravel, по-моему. На PlayStation такая игрушка есть. Очень миленькая, очень добренькая. Вроде бы очень похоже на нее. Так, бежим. Очень... Да ж... Слушайте, господа, я честно не могу объяснить. Он просто сдохнет здесь. Я не могу трансформацию применить. Я не могу понять, почему я не могу пробежать. Либо я слишком быстро делаю, либо это действительно настолько сложная секция. Ну, огромные проблемы. Просто, видимо, с развитием проблемы у Влада. Иначе я это не могу объяснить. Прыгну, давай. Еле пойдем, блин. Еле, сука, пойдем. Ну, наконец-то, блин. Сохраняйся здесь и нам дальше, по-моему. А, я в любом случае обязан был сюда идти. Обидно, конечно. Да что ж ты такой кривой? Сюда. Луп, засосало. Кто это, интересно, делал эту секцию? Так, ну здесь все выглядит достаточно простым вроде бы. Могу, конечно, ошибаться. Немножко оригами мастера нашли. Здесь очень тяжело различить моего персонажа на фоне всей чачи. Уи, можно катиться прикольно. На ютубе демка 15 минут. А, ну вот и все. Paper. Of the game, the full product was a marvelous puzzle sets abilities to discover. Прикольно, мне очень понравилось. Буду рад почитать ваши комментарии. Как-то так, всем всего хорошего, счастья, здоровья. Играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Как-то так. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр. И надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.